В рамках всероссийской социальной кампании «Без вас не получится». На территории Магнитогорска проводятся массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. На территории России за три месяца 2019 года зарегистрировано более 3300 дорожно-транспортных происшествий с участием совершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, в которых 95 несовершеннолетних погибли и более 3500 получили ранения. За три месяца 2019 года на территории Челябинской области зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в которых 2 ребенка погибли и 104 получили ранения. Ну, обеспечим безопасность перехода детей вот, в период такого интенсивного движения. Дети должны безопасно переходить улицу. Это наша функция такая, обеспечивает такую безопасность. Давно вы помогаете уже в школе? Ну, не так давно меня вот попросили, я, в общем-то, есть время, я всегда готов помочь школе. Тем более я вожу внука в эту школу, мне это очень такая обязанность, очень, так сказать, кстати. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров на территории Челябинской области снизилось на 30,5% с 59 до 41. За отчетный период в 41 ДТП в качестве пассажиров получили травмы 44 ребенка, двое несовершеннолетних от полученных травм скончались. На территории Магнитогорска в текущем году зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения в возрасте до 16 лет, в которых 9 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших детей 5 пассажиров транспортных средств, 3 пешеходов и 1 велосипедист. В качестве пассажиров 2 ребенка получили ранения, будучи пассажирами личного автомобиля. 2 ребенка, будучи пассажирами маршрутного транспортного средства. 1 ребенок – пассажир такси. Из 5 детей пассажиров 1 ребенок перевозился с нарушением ПДД – пассажир такси. В Магнитогорске продолжается проведение всероссийской акции «Без вас не получится». Сегодня наряды дорожно-патрульной службы дежурят во всех практически районах города, вблизи школ, проверяют правила перевозки детей. Всего за три месяца в Магнитогорске совершено 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 9 несовершеннолетних. Пятеро пострадали как пассажиры транспорта, трое как пешеходы и один велосипедист. В рамках всероссийской социальной кампании «Без вас не получится», сквозной темой которой является безопасность ребенка в автомобиле, 24 апреля 2019 года сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску проведено целенаправленное профилактическое мероприятие группами нарядов ДПС по массовым проверкам водителей на соблюдение правил перевозки детей. Подарив жизнь ребенку, не подвергайте ее неоправданному риску. Берегите детей!